Маншук Токсонбаева в первом туре спела песню из репертуара Анжелики Варум «День опять погас», музыку которой написал солист группы «Элис» Нурлан Мамбетов. А во втором туре Маншук в дуэте с Муселей Мусаевой исполнила зажигательный хит «I will survive» и прошла дальше. Сегодня она споет ретро-песню Яака Йоала «Я тебя рисую». Здравствуйте. Здравствуйте. Кандай сыңар? Аябай жақсы. Аябай соным бұл? Абдан. А сіз бүгін қандай шығарма менен бізге даярданып келдіңіз? Мен бүгін сілерге Яак Йоаланын «Я тебя рисую» деген шығармасы мен келдім. Бирок бұл шығарманы мен өзгөчө кылып бергим келет. Современный интерпретацияда деген. Сиздики жакшы болот деп ишенебиз? Мен деле ишенем. Буйырса баштадык анда. Фонтан и сквер напротив окна. Я вновь сюда вернулась одна. В окне будто в раме ты. Рисую я вновь тебя, а рядом с тобой себя, чтобы я не была одна. Да. Сидя у окна, я тоскую по тебе, тоскую. Если бы я это изменить могла. Весь мой дом портретами увешан, без тебя теперь мне не прожить дня. Смотришь ты то весело, то нежно, с каждого портрета смотришь на меня. Пусть образ твой хранят года, теперь со мной ты навсегда, навсегда. Ты все поймешь, увидев мой дом, где я всегда с тобою вдвоем. Синей той портреты висят твои, и каждый рисунок мой признание тебе в любви. Я рисую, я тебя рисую, я тебя рисую, сидя у окна. Я тоскую по тебе, тоскую, если бы я это изменить могла. Весь мой дом портретами увешан, без тебя теперь мне не прожить дня. Смотришь ты то весело, то нежно, с каждого портрета смотришь на меня. Пусть образ твой хранят года, теперь со мной ты навсегда, навсегда. Я тебя рисую. Я рисую, я тебя рисую, я тебя рисую, сидя у окна. По тебе тоскую, если бы я это изменить могла. Весь мой дом портретами увешан, без тебя теперь мне не прожить дня. Смотришь ты то весело, то нежно, с каждого портрета смотришь на меня. Пусть образ твой хранят года. Маншук, расскажите, пожалуйста, про исполнителя этой песни, про Яака Йоала всем зрителям, потому что, мне кажется, этого артиста знают наши родители, старшее поколение, да? Кто еще был в Советском Союзе. Насколько я сейчас вычитала, Яак Йоала, он являлся эстонским народным артистом, да, Эстонской ССР. Вот, расскажите, пожалуйста, свое знакомство с этим артистом и почему вы решили исполнить именно эту песню? С этим артистом я познакомилась совершенно случайно, когда искала песню. Но эту песню он исполнял совершенно в другом характере. Она несла такой посыл, как бы веселая, и она очень быстрая песня по своему исполнению. И я подумала, а почему бы ее не исполнить как-то по-другому? Ведь слова-то там описывают совсем другое. А получается, вы и аранжировку, да, под себя записали? Потому что, я так поняла, да, вы прям на все 180 градусов перевернули вообще эту песню. Да, эта песня совсем по-другому звучит. Интересненько. Комментарий? Ну, это значит, это профессиональный и ответственный подход к делу? Если так посмотреть. Да? И тем более, я думаю, что песня неплохо подошла вам, и вы ее исполнили тоже классно. Спасибо. Мне очень понравилось. Ну, исключая моменты, где в припеве там куда-то вниз нота уходила, да, и вам было это сложно. Трудновато, да. Мега эскирларды шынтып, өзүнүндагы фантазиясын кошуп, өзгөртүп, жаңыртып, ырдаган ырчылар аябай жагат да. Мага жакты, бирок мен мунун оригиналын окуп аптырмын да. Бирок сиздин версияңыз жакты мага. Балким оригиналын окусам, жакпай калышым мүмкүн сиздин исполненияңыздан кийин. Бир чоң көйгөй жараттыңыз бирок. Буга чейин мына биз аз 7 катышуучунун арасынан 2 тандашыбыз керек экен да, шарт ошондой экен. Анан буга чейин 5 катышуучу болду, ошонун арасынан 2 мага аябай жакты да. Ушул 2 утат го деп турсам, анан сиз бияктан чыгып калдыңыз да. Анан 3 болуп калды да. Анан 3 арасынан эми кыйыныраак болуп калат да. Бирок сиз мага аябай жактыңыз. Сиз деле мага жактыңыз. Анда жагышып жүрөлү. Жагышып жүрөргүлө. Бактуу болгула деп коюнчу. Тамаша. Бирбек, мен сага айтып кетейин, буюрса азыр акыркысын укканда алдагыса көйгөй жаратат болуш керек деп ишенем мен ошого. Анын баарын айтпай туралы. Негизи мен мынтип айтайын, жетөө тең бизге, мисалы, көйгөй жаратып атат да, баарыбызга эле. Ошон үчүн бул өтө жакшы нерсе, демек, чындап эле биздин үчүнчү турубузга өтө таланттуу адамдар өтүптүр. Маншук, ушуларды тандағаныңызға мен сізге разышылық білдірем. Рахмат. Біздер чынында өлі оқпап тұрбыз, мен өлі оқпап тұрмын. Анан қарап, чынында өлі егерке бая біздің атын-лері суққан ырларды байқап қарап көрсек, өте терең маңызды уырларды. Анан сіз дағы ошол ырды өзіңіздің баяғы көз қарашыңызмен ырдағаныңыз мені өзгөчө қуандырып атат. Бұл жаштар, мисалы, жаштар емес, біздің куракта деле ошол ырчылар көп мынтирбейт да, мынтип ошо музыкага ошондой бир ошентип келбейт деп коеюнчу. Ошон үчүн бул дагы аябай бир жакшы көрүнүш. Рахмат сизге. Негизи азыркы номер боюнча эми сиз кечиресиздер, коллегалар, кечиресиздер. Оюмду унутуп атам силерди угам депчи. Кечиресиздер. Анан сиз баягы 1-2 турда дагы аябай өзүңүздү баягы бир деңгээлде көргөзүп келгенсиз. Бүгүн деле ошондой деңгээлде көргөздүңүз. Ар дайым келесиз, ушу залдын ортосуна туруп алып, жакшынакай ырдап анан баягы уялып кетип каласыз да. Бүгүн деле ошондой болуп турасыз. Эми ашыкча сүйлөгөнүн кереги жок да, эми баары как обычно, баары жакшы, жакшы жогорку деңгээлде. Рахмат сизге. Жашарыңыз. Здравствуй. Здравствуйте. Понравилось выступление свое самой себе? Мне понравилось. У меня вопрос. Если мне не изменяет память, на каждую репетицию ты приезжала, возможно, даже и прилетала издалека. Да, на каждую репетицию я сюда ездила из своего прекрасного города. Я ездила сюда из Аша. И, Саша, не хотела ли бы ты отдельный привет передать южной столице и, возможно, всем тем телезрителям, которые считают, что вот есть все участники и отдельно ты? Да, я бы с удовольствием бы передала привет своим родителям, своей семье, своим односельчанам и своему прекрасному городу. Ну а где же вот это стандартное муа? Муа. Маншук, я думаю, не будет лишним отдельно попросить всех тех, кто за тебя болеет, всех твоих родных, односельчан, возможно, всю южную столицу, отправлять твой персональный номер и голосовать для того, чтобы пробить тебе дорогу в полуфинал. Да, пожалуйста, голосуйте за меня, я на это очень надеюсь и буду вам сильно благодарна. Вам удачи, вам больших новых побед. Надеюсь, увидимся в полуфинале.